надоело. У меня сейчас плечо отойдет от холода. Вот так вот. Пускай на диск. Пусть морда отпадет, да? Волосы назад, да? Развивается. Тучи какие. А? Тучи какие. Ну, бывает, что ли. Почему это? Потому что воскресенье вечер. Я думал, там мой отъезд у собора. 15 минут. 6-го. И что? Мы слишком громко кричали, студию намыло. Поэтому присяжные нас больше не берут. Шоу 2,5 человека. Самое уместное шоу на Камеди-радио. Мы собрали новости по принципу. Что-то такая вот теледиска. Прям негативная. Токсичная, я бы даже сказал. Дождь, станем мы в наше место. Токсиния Мерзоткина, да? А? Токсиния Мерзоткина. Нет, просто ты вот, настолько токсичная. Вот ты все, не станем, все. Да, обычно я тебе всегда, это ты всегда говоришь, ну что, мы сейчас не станем, да, я тебе говорю, станем. Сейчас мы не станем. Птицы, которые охотятся на них, не справляются с объемами добычи и сбрасывают ее в полете. Подробнее об этом наш специальный представитель. С жопами. Нет, стоп, сам расскажу. Со стороны это выглядит так. А давно ли вы начали на теть заглядываться? Видит, развивается такая. Сиси. И жопы. Кто-то услышал свист и шлепок, пока шел по тротуару. А на кого-то рыба упала, пока он ждал автобус. И с такими объемами ходить надо больше. Мы будем следить за... Куда ходить? Куда угодно. Просто ходить по кругу. Ты переживаешь или завидуешь? Вообще можно продукты домой принести. А? Ага. Да. Что, да? Или переживаю. Ты заказал пиццу, да? Переживаешь. Без анчоусов. А она с ананасами и анчоусами приехала. Ты заказала бурату, а она бурата с анчоусами. Ты заказал анчоусы, а там твоя порция. Ну тут, кстати, плюс. Ну что, что птица ела. Пушка, да? Ребят, давайте так, подожди. Вы пробовали анчоусы вообще, в принципе, на вкус? Да. Не могу ручаться, но, наверное. Нет, то есть вообще. Или это, да, такое, но, или это такое блюдо, которое ты, если попробовал, ты точно знаешь. Ты запомнил. Нет, понимаешь, это история касательно, смотри, то есть до периода, просто сейчас так. Я понял, что историю можно рассматривать через... ребят, сейчас просто врубите сюда отдельная история. Так, поговорить с вами про науку. Итак. И у этой тети жопка тебе не нравится. Теории, будущей книжки, которую я напишу, а вся история кнопочка Земли может рассматриваться с позиции пиццы. Давай, сейчас мы переживаем. Давай ты свою радужную натуру засунешь куда-нибудь подальше. И будешь обращать внимание, там, я не знаю, на кошечек и собачек, а не на жопки тетенек. Смотри, даже под подъездом только под старым жопом забавляешь. Или вот здесь. До предыдущий период времени, предыдущая эра была пицца с анчоусами. Кто-то ее ненавидел, а кто-то очень любил. И никто даже не думал про ананас. И все забыли про пиццу с сыром и грушей. Это вот совсем новое. Вот мы... ждем нового витка, так сказать. Вообще, пока вот эти вот новые войны идут, локальные, идет же глобальная война между людьми, которые едят весь кусочек треугольный, и людьми, которые вот эту пупочку с края оставляют. А, которые зожники. Зожники. Которые за ПП вот... Вот зожники, вот тут. А там что, все не сказано? Занято все, да. Стопкой, а кто-то ее оставляет. Ну это вообще... Вот видишь, вот, готовы, ребят, готовы конфликты. Просто вот тут ты сначала хинкали целиком ешь, а дальше что? А я не буду завтра выезжать. Попрошайничаешь около церкви, ну куда? Так с пиццей то же самое. Там три машины стоит. Это лишний кусок теста, он никому не нужен. Нет. Там стоит хумус, потом черное-белое-черное. Понимаете, о здоровом питании. Как бы, ну, слава богу. Ну, а ты тут все забрала. Ты вместо того, чтобы доедать, можешь пойти. Что твое? Сумку не забрала.